Ну вот недавно сижу на работе, а тут надо понимать, я работаю в крупной производственной компании, которая занимается там изделиями из пластмассы, грубо говоря, да? Поэтому ясно, что самый главный руководитель, он, естественно, совершенно ничего не понимает в IT, он гораздо больше понимает в производстве. И так как его производство неизбежно требует от него какого-то IT, есть некий директор по развитию, который, соответственно, заморачивается тем, что создает IT-отдел, берет меня IT-директором в этот отдел, и дальше уже мои проблемы – это все проблемы IT в конторе. То есть они не должны дергать ни моего непосредственного руководителя, директора по развитию, ни тем более генерального директора. И вот какие-то партнеры приехали к нашему генеральному директору. Он их там что-то поводил по цехам, я сижу у себя работаю, все нормально, и тут внезапно открывается дверь моего кабинета, заходит генеральный директор, говорит, вот, а тут у нас сидит системный администратор. Он у нас занимается, ну, он, в общем, ну, короче, ну, это тот, в общем, у нас все нормально, пойдемте в следующий кабинет. Я посмеялся, потому что, наверное, это самый лестный отзыв для системного администратора. То, что директор понятия не имеет, чем я занимаюсь, но на моем поприще у нас все нормально. Вот так и должно быть, и я, в общем, горд.